Да, проблема не в кунке была, а проблема в том, что у нас инвокер мусорный. Вот прям максимально мусорный инвокер. Когда он вначале не попал по третьего левела ЦМ-ки с Сансрайком, я уже все понял. И который говорит, I'm fit. Ну, типа, и все. Выкупался там и так далее. Это трэш ебаный, слитый иммортал. Хули от него взять здесь. Как получить альберткоины для чата? Просто поток смотреть. Все равно мне кажется, что проблема в Баланаре, типа, слишком хуёвый персонаж, бесполезный, на лейнинге. Типа, если ты сейчас не стопаешь кора, такого как Урсу, не доминируешь на лейне, тебе все хуёво будет. Баланар в априори нихуя не делает. Хотел бы покомментить офф игры. А что там смотреть? Там же ни хрена такого нет. ЦСБ гейминг, мне не нравится атмосфера там сейчас. Если у тебя прям сильная ностальгия, ты ж можешь записи посмотреть. Типа, у меня не стоит на такой геймплей. Проиграли сегодня у них турнир. Да я знаю, я видел. Я спал в это время, по-моему. Но сегодня первый день режим сбил. Бля, падло башики, было по башики, пожалуйста, вставать. Башики, блядь! Almost good like. Спасибо за 5 месяцев, дядька. Thank you. Добро пожаловать домой. Что, думаешь насчет антимага? Ну... Хз. Опять же, против определенных пиков героев он, типа, хорош. Как и раньше в целом было. Я просто спросил, да я понимаю. Я же и ответил, вроде нормально. Обычно я такого рода вопросы хуесосить начинаю сразу, сейчас настроение такое лайтовое. Добавь какую-нибудь фичу за много поинтов, 10, 20, 50к. Например, мозгу.
Да, плащ, так и есть. Ну вот я вчера играл под ночь. Вот, я до утра хуячил, сидел. Были очень охуенные тиммейты. Вечером какой-то, блядь, черпотреб ебаный играет. Хуй знает. Олдрок, да мы ж комментили на Твиче не раз. Это прибавляет онлайн только на, допустим, Virtus.pro. В матчах, когда много, когда не так много. Но прибавка явно есть. Так, ладно, пак, наверное, вас заебал уже за пару игр. Сколько там было? Две игры же на паке? Это ночная, по-моему, была. Да, две игры было. Что-то другое можно взять. Только что взять-то? Полная поддержка Trend Protect'а. Бабку забрали, все забрали. О, суки. Ну, я считаю, Сайленсер заебумба здесь заходит. Он и против вот этого молодого человека хорош. Заставляет либо БКБ собирать, либо Юл, но опять же это... Хотя Юл слишком хорош на нем, как по мне. Но против Мортимер Киса это топовая тема. У нас только модера на два дня. Не, модерки 100% не будут выдаваться никому. Те модераторы, которые есть, они меня полностью устраивают, а любой рандомный человек может накопить эти поинты и устроить вакханалию. Можно вип на месяц за 100к. Опять же, накопить его может дохуя человека, а у випов ограниченное количество. И у меня випы для сабскрайберов выше 2 лет. Короче, типа, блять, поэтому и сложно что-то придумать, заебись. По факту эта прога сделана для того, чтобы человек мог поюзать смайлики, не сабаясь при этом, если у него нет возможности. Релайку хочу на 4, буду ждать удачи. Бля, ты пораньше написал. Но опять же, релай на 4. У меня опять Баланар. Я, бля, в душе не уйму, зачем они его пикают. У меня, блядь, с Питлордом хуёвый винрейт и с Баланаром. Вот это два героя. Просто пиздец. Вип снять можно, я понимаю, но ты же представляешь, как мне это отслеживать придется. Мне придется записывать, кому я давал и так далее. Это хотя бы Баланар не керри? Бля, Баланара в керри я не видел. Я бы вообще, блядь, сразу рыганул на себя, если бы я увидел Баланара керри. В такой игре максимально уже сразу руки падать начинает и играть не хочется. Это бабка 5 сейчас, блядь, вот это вот... Слишком сильный скилл для лейнинга, очень. Слишком. Флассон придется брать. Ненавижу брать флассон. Типа, я постоянно сейчас беру, допустим, если пака или Сайленсера, или Лину, допустим, я покупаю выход нулик 6 танга. И оставляю еще голд. Но то, чтобы собирать быстро первый нулик, на второй уже натикивать. Это сильно бустит на лайне. А вот, когда такие герои, как бабка... Сложновато с ними, они слишком много хп забирают на линии. В пати ни с кем не планируешь поиграть? Я отвечал на прошлом потоке насчет пати контента. Если интересно, можешь послушать. Есть не такое огромное количество человек, с которыми мне нравится играть в пати, и прям вот реально есть мотивация и хорошее настроение. Парни, а может быть я на изи линию пойду, а вот этот парень пойдет в мид? Ну и... Может сначала... Парень Хвейн? Да у них вообще по идее... Почему просто нельзя парамию, что то... Забей, слишком долгая история. Если будет спирт, я... Попадались такие титаны. Один на 5-й минуте пошел под вышку, умер, бейбэкнулся, опять умер. Я понял. Ну это пиздец. Кот чек снимает. У него сентряк есть.
дай лишнее хп, нахуй тебе надо. Слишком быстро заползает на агро, блядь. На топе. Почти мид. Я в мид. Хорош. Сейчас бы это было бы целый нулик и еще, блядь, почти половина второго нуля, если бы не фласка. Тренд, короче, стоим здесь. 4 руны, блядь, это хорошо. Жарим их. Все, там уже пачка. Трэш скилл, просто пиздец. Почему мне надо 7 тычек ебать дать, чтобы такой дэмэдж нанести? А человек это, блядь, делает за один спел в кулдаун, блядь, 24 подожди, секунды. Подожди, немного его фапну, но их раскинь. Хотя бы второй подождать надо. Да иди нахуй отсюда. Не надо вот это вот просить. Я сейчас сдохну за 20 килов. Спасибо, Лейтс. Чи! Подъехали! Чи! Я умер? А нет. Показалось. Без хила, у него 3 танга осталось. Да, заебись, сейчас я отрегенюсь только. Блин, потому что нашу сторону 3-го мы получим. Угу. Я курсу 3-го возьму, чтобы хоть какой-то прок был, блядь, и замедление посильнее. Какой-то голос знакомый, я поставил отсюда. Толик, ты что ли? Ты сосед мой? Ай, щит, это он! Опять Баланар, да, опять Баланар. Я не восстановлю. Он пробует сейчас. Я не дал отпулить, линия распушится. Ты охуел, ебать. Давай под таверка пиздуй. Нормально, держим этого ухп. Фаска приехала уже. Давай свои ебучие спел. Когда
Откуда столько маны, блядь? Лечу. Я заберу баунти на реке. Или давай его прохарасим, и потом я баунти возьму. Все, бабка ТП уже делает. Мне это было автор. Убили бы. На кларите. Да чё она не юзается, блядь? Противника в сцене вытащи. Пусть приденется, хотя бы он два вайдаша было. Угу. Я попробую хп подсенить. Без хила вообще, если че. Подбавить, типа, может, не подумаешь, что я ушел. Парни, разгоняйте сикера, разгоняйте сикера. Срочно разгоняйте. МК вообще без хила, кстати. Я сейчас сдохну. Я погиб опять. Он по двоим толку, да, это не понимает. Это пизда, я вообще, блядь, сзади у него со спиной стоял. Габель. Он по мне попал палка, я не понял вообще. Да, по мне тоже был вопрос, блядь. Я у него под мышкой, блядь, стоял сзади. Бля, герой. Башики, пожалуйста, башики, блядь! Нахуй просто линии, блядь. Я долго лечу, чтобы его догнал. На шрайн же пойдет, да? Угу. На шрайн через 20 секунд, 15. 15-5 минут пятого. Вот теперь к вам бежит, Блядь, крипы его еще заблочили. Да, кончите! Просто пиздец, крипы, блядь. Димасик, спасибо за то, что я теле подписал. 29 сабскрайбов, о май гад, дуди. Вообще-то отсталый, сын отсталый на крипе. Ну да. Без ГП я мочил остался. Давай назад чуть-чуть. Фарми лучше линию. Или что, раскайте ему? Сейчас стоп тэпнусь. Можно. 5 секунд. Я дебил, если уже медведи спотел. Пизда, блять. А кто там топ хотел сделать ТП? Я мертвый был. Я понял. Забей. Хочу тапки дождаться, потом сделать ТП. Это вы зря ЛД бросили, на самом деле. Нам лайн хотя бы надо выигрывать в сухую, блять, какой-нибудь. У меня лайн проиграл. Ну, у нас тоже, блять. Он не фармит особо, но у нас тут нахуячил. Ну так у нас. Пятый левел, нет койла у него. Лаунара там зажали. 4 ебла, блять. Парни к своим прилетели. 20 секунд. Ванпосты.
На боте надо брать. Парни опять умер. Я еще тяни время. Я вышел. Съебался у меня маны. Еще 2 минуты просто фука фармлюсь. А минус губа, ебать. Напали на меня. Тем силом. Я на самом деле очень наглую играю, поэтому меня убивают. Нормально. Блядь, у тебя такой нежный голос, пиздец, как Nestle шоколад молочный. Спасибо. Это тоже нежно было, блядь. Свинья ебаная. Отбивная ебучая, блядь. Я вниз не пойду больше, там убиваю. Где он топ-то, да? Где он стоит? Я вниз уж мог выйти, хочу. Сейчас 50 секунд будет ульта. Дайте топ, пожалуйста, убьем его. Налетел на тка. Аут. У нас есть ночь? Я могу нажать телепорт. Не-не, пешком. Окей, я похожу пока пешком. Пальчик попышет. На глобал будет. Он, кстати, тут кост дрочит. Без палки. Жми, 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 ночь. Я подхожу. Или чё? Можно нажимать. Он же под вышку. Ну, тебе типа надо было сразу нападать. Боже, нажал. Блин, ну можно хоть один килл забрать так по ночи? Чего не нажал, когда у него здесь, блин? Спирит на мид, когда выйдет, у меня есть глобал. Если будет плюс коры какие-то. На бот побежала она. Лучше МК убьем. У меня глобал дам, если что. У меня телепорта нет. Я только войд могу дать. Не давай его сразу только. Не, не давай. ТП не сбивает, блядь. Меня ТП сбивает. Не сбивает днем, ты чё, дядь? Сбивает. Сбивает, чё, солов. Не сбивает днем, вы чё? Сбивает днем сбивает, уже. Сбивает. Как не ты... оглушает жертв днем, вы чё, офлите? Ебани в крипа, посмотри, там есть микробаш. Это старое описание скилла с того патча, его ж переделали, блядь. Давай я фоткую. Можем спирита ёбнуть, есть глобал. Чё ты рут не отдал? Ну, не убьём без рута. Ну, я понимаю, ну типа были бы корни, сало, доели бы его. Да. Не успел дать. Надо отходить отсюда, там койл идёт. Я лечу на бот, можно кунку ёбнуть. Баунти будет.
Но они будут баунти поднимать. Бабки и печенька кулдаун. Заебали эти паузы, блядь. Я могу забрать. Чат лучше знает, что именно. Не сбивает, понял. Извините, ребят. Манки Конга левел меньше, чем у меня. С учетом того, что нас пиздили на линии, мы ели говно. Реально. Телепортики, бля, подъехали. Манки Конг. На всякий случай, оставьте, пожалуйста. Он задоджил твою тычку. Иду момент. Нет глобала. Надо хрючево сбить. Эй, а чё не берется? Алло. Почему? Это чё за хуйня? Почему у меня телепорт не берется? В одну же меню. Я ж его сам выкопал, типа. Блин, ну секунду, когда был. Но сейчас взялось, лол. Трэш. Надо тос доделать, у нас фиксации мало, пиздос. Ну молния, выпади хоть раз! Почему я пока не на ною не выпадаю? Чтобы выпала молния, нужно ныть. Я еще да, куда вас заберем? Убрал. Это я тебе принес вообще-то. А, да, ты мне принес. Да, подарок. Здесь глобал.
Просто уебать надо, просто уебать отсюда. Да? Мы ничего не сделаем уже, у нас все ульты проебанные. Сейчас фасон откатится со стэша, я тебя намажу. На топе сейчас останется чел один фармить. Баунти? Хуя унти, блять. Я готов играться. Хэппи Серж, привет. Не жмите все. Глобал 55. Что у нас у Михуила? Радик. Нам контестить аванпост на топе надо. У меня как раз глобал будет к этому времени. Баунти подними. Кто не хочет? Я хочу, я хочу. Медведев. Я БКБ дофармил, потом бы шелком. Да, плюс без БКБ сложно. Go back. Я желательно бы мне отдавать глобал, когда бабка ульту дает. По-другому, типа, это трэш. Она слишком много дэмэджа наливает. Мы так всех тут бьем. Нам только твой ульт нужен реально на бабку. Обидно, что сетка не выпалась стервайтами. Орчит на этом. Спирите. Надо еще крипов дохавай. На топе пушат в охуевшую прям. Я могу прилететь. За такую хуйню надо наказывать. Пак без арбы. У нас все есть, по сути. Я дам атос ей. Пошлите, просто снесем. Фракерик. Вот, просто
вот это и вот это. Да-да, ко. Нас вообще уже ничего не останавливает, я убью. Мишка сюда, чтобы не плеть на порт. Месси, не стойте под койл. Сейчас нас будет какашки не закинуть. На глобал есть. Там Кунка Аганима проебал. Спал. Руби их. Сейчас буду резать. Сейчас я буду резать. Отойдем или... Отходи, я добью, отойду сам. Отходи. Все, пойдемте назад. Отдайте меня. Он на меня марку дал? Блять, я испугался. Есть плюшка. Забьем этого черта. На медведика. Нет, то есть команда уже. Окей. Но я умерла. Я бегу. Я тоже походу. Я же сказал. На медведика отдам или на кого это? Я и так охотник. Ну, на Трента тогда. Физы особо-то и нет. Сейчас буду резать. О, ебать, там наступили на ебалы. Только если дрон. Я дропнул на базе. Я пойду потом. Пиздец, особо нету, там тут МК, но он бомж. Так ты там бесполезный. Я взял себе, купил телепорт, когда у меня их 6 штук, нахуй. Не хватило на форстав. Здесь глобаль. Да, на лапки повешено в дверь. Ага, чтоб он сдох, да ты псих. Парни, там МК. Слишком долго вы обращали внимание, то, что там МК было, нарф соло ебёт. Я убегаю. Я вот такой вот парень. Все нормально, отстал уже.
нету маны, надо должно будет. Макака ебать! Всех уф. Вот тварь, я из неё бить не могу. Да, я её убью. Плевать вообще, это спрей для вас. Да, раньше это хит называлось. На мужчину! Сука. Это Space, да? Или как там говорить надо? Fit. Space, ну ты чего? Ну Space же. Почему не копаем? У нас перерыв. Objection enemy, привет. Вот это надо. Да, давай. Окей, сейчас. Можешь курицей взять. Андрок, краб, здравствуй. Ты куда идешь? Мексико. Не, думал, что он будет летать. Так, надо интеллектуальный костыль поставить. Сами закончат, когда коленчик забьешь. Может, Рошу заберем? Как вариант? По 20 хочу, там рейндж атаки хорошие. Только варты поставь. Бля, ну надо что-то делать вместе, мы что-то фармим. На Рошана есть кола, блять, никто не идет туда. У нас Трент АФК, бля, стоит. Так он пошел семечки готовить. Бля, проебать бы эту игру еще вообще сладко было бы. Прям кайфец. Я ничего без меня не могу. Маща. На
скейте, блядь, Юнгальберт нахуй. Да не, Ельцин, если ты поиграешь за него, ты поймешь, в чем его слабость сейчас. Раньше у него степы 6-7 секунд откатывались. 5-6 с октарином. Сейчас у него степы откатываются с октарином 10. Это с учетом таланта. Без таланта там пиздец, как сложно. Ты пустишь, что ли? Я умер. Я его почти забрал. Перед после байбека. По одному. Ой, это я сделал. Миночная станция. Трон. ИПТС. Не, брат, ты соло сегодня. Спасибо. Сука безобразная, что это такое? Релай 4? Бля, дядька, это опасный пик очень. Это минус ПТС будет, скорее всего, потому что она на изи линии себя так себя чувствует. Эскейпа нет, очень мягкий герой. Плюс ее, блядь, сейчас полезность максимально к нулю сходится. Хуй его знает.